тут это борьба, миссия наша выжить, понимаешь? Ай-яй-яй-яй-яй, да. Да это, да, слов нет. Ты уже знаешь, оно, ну, вот это все, короче, не могу уже передать, как это, оно на нервах все, это, ну, хана, короче. Да это, да. Так дело в том, что тут приехали, ага. Люди пострелялись, этот, и уезжают, понимаешь? А мы тут как постоянно, блядь, сам себе жрать, а ну, как у нас... Сами себе жрать готовим, по погреба все погребали уже с погребов. Ну, короче, страна. Россия оставляет после себя руины. Это ужас. Понятно. Село, это село называется, посмотрите на карте, недалеко от Изюма, Топольское. Топольское, рядом Малая Камышаха. Да, ну, это было, поехал. Нет, не останавливается. И все, и прорваться, что я говорю, туда не могут они, ну, короче, я не знаю, это все, 9 мая это все не кончится. Конечно, нет. Слышишь, Жень, то Сережка говорил, что ты там ничего не подписывал. Нет, а то они же этому... Тут не, предлагали, ну, будут тут какие-то... предлагали контракты, предлагали. Ага. Никто не подписывал не ничего. Не надо, сынок. И тут, ну как, то сначала просто наших кидали наперед. Там, ну, с другого этого взвода, ну, даже роты, этот, их тоже, ну, мертвыми попривозили. На броню прыгают и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укроп, уж понятно? Сегодня, чуть вчера люди начали отказываться, россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали. Ну, а я не спокую, я сказал, вчера стреляй меня, я не поеду. Все правильно, не надо, ну их нахер.